Веселое утро. Я не знаю, почему они так любят этот робот. Это каждый раз такая реакция. Они им прям очень им помогают. Вдвоем. Командная работа. Глаш, а ты что не помогаешь? Ты играть с ним пошла? А, она посадила его на свое место, на робот. Этого тоже на робот. Всех на робот. Алиса посадила, котик катается. Такой типа, ну ладно, ладно. Так тоже нормально. Очень удобные котики, роботы. Легко их перевозят. Да, малыш. Катается котик. Смотри, он слез. Алис. Могут сверху тоже нормально играть. Алиса, я думаю, так неудобно будет лежать. Что? Тебя посадить? Мне кажется, ты не дашься. Не забрала вчера у них раскладушку, так они всю ночь и весь день валяются. Сейчас приду к ним. Освоили. Дождик. Да, нагулялись, пришли тут мокрые сразу на кровать. Привет. Я пришла к нему книжечку почитать. Ой, моя киса, красотка такая. Она вообще не комплексует. Так, говорит, пойду, как дождик закончился, пойду покачаюсь. Ой, а что это тут за нежности такие? Что это тут за нежности такие? Рысиные нежности. Ай, кусачие нежности какие. Ой. Да закрой ты свою кусалку, закрой ты свою кусалку. Да. Что, кусает и кусает? Что недоволен, попик? Принесла. Чего ты его принесла? Видишь, не хочет. Привет. Приветствует кисиков. Ну все, раскладушка теперь для всех любимое место. Что ли там, все еще сиську ищешь у мамы? Говорит, там сиська. Ой, он заурчал. Ой, заурчал. Умочка, там у тебя еще есть что сосать-то? Такая милота, такой большой. Ой, старается как. Ну все, кошачье царство пришло. Все просто. Просто все кошачье царство. Кто сосет, кто вылизывается. Бедная раскладушка, как она это выдерживает. Как они вот интересно распределяются? Ханна свою кормит. Умка своего. Все разлеглись тут у меня на кровати. На раскладушке. Хоть реально сюда кровать покупай. Хотя бы полутораспальная. Все кормят. Кормят и вылизываются.
набегались под дождиком, нагулялись. Теперь перед обедом кушать. Идиллия. Вот ради этого я оставляла этих малышей у мамы, чтобы наблюдать эту картину. Ой, да ладно. Ой. Чё он? Да, объясним. Это когда Умпелту надоел котёнок, который постоянно бегает. Понесла его туда. Характерный парень. Он не только со мной характер проявляет, но он и с матерью. Так, он лежит тут. Он все куда-то лез, бегал. Она всегда решает эту проблему так, чтобы отнесла его наверх. Умка, ты что его там оставила? Это не решение проблемы. Он сейчас будет отсюда орать, проситься, чтобы его сняли. Что? Иди к своему ребенку. Мать года. А, Ниточка, солнышко, моя нежнейшая девочка. Он уже внизу, что-то пошла. Я не поняла, куда ребенок делся. Высокие отношения. Вот ворчун. Ладно, так на все это смотрит, скажет, что ей надо? Вот пристала к ребенку. Девочки, не идите гулять, у вас открытая прогулка, а вы здесь тусуетесь. Не хватит мне кусать. Вот так целый день. Не отстанет она от него. Дети играют, Хана наблюдает, Умка таскает. Тревожная мамаша. Куда ты его опять тащишь? Неугомонная мать. Парень без комплексов пососал одну мать, пришел сосать вторую. Кто лежит, того и сосу, да вообще без разницы. Тут твой сынок, да, рассасывает другую мамашу. Разлеглась, разложилась. А он-то и рад. Как удобненько, да? Так, и вторая.
массирует, массирует ее. Милота просто невозможная. Что вы, ну, стукнула я по книге. Чего вы испугались? Еще спать.